Когда-то я уже бывал в этом заброшенном доме отдыха и немного рассказывал о нем, но все же стоит добавить. Главный корпус был построен в 1980-х годах, но в связи с развалом Советского Союза так и не был возведен в эксплуатацию. Но есть также и другая информация от человека, которому когда-то удалось побывать в главном корпусе в качестве гостя. В состоянии он находился жалком. Здание было практически новое, было видно, что свежее, но, видимо, по причине отсутствия финансирования стройматериалы были использованы самые дешевые, и мебель была такая же примитивная. Отдыхали там одни бабульки и дедульки, и, несмотря на лето, заселены были только второй и третий этажи. Первый же этаж являлся административным. На четвертый и пятый этажи двери были закрыты, но туда можно было поехать на лифте. Когда мы первый раз пришли в столовую, нам выдали ложки, вилки и ножи и сказали носить их каждый день с собой. Делали они так якобы потому, что у них воруют. Библиотека открывалась на 2 часа в день и несколько раз в неделю. В общем, более убогого отдыха в моей жизни не было. У дома отдыха был один пас 3205, на котором нас пару раз свозили на экскурсии. Уже по тем временам все было настолько убого, что неудивительно, что этот дом отдыха оказался никому не нужен. Видимо, позднее совсем загнулся. Еще хочу от себя добавить, что неподалеку располагается 2 двухэтажных здания, в которых когда-то проживала прислуга. Когда дом отдыха закрылся, прислуга так и осталась проживать в этих домах. В настоящее время тут проживает огромное количество детей. Отчасти поэтому санаторий находится в таком плачевном состоянии. Мать, летучие мыши появились. Ну ничего, я отдохнул. И теперь... Птица была какая-то. Да я всему этому рад, ладно. Пусть меня пугают, я готов. Ничего страшного. Только очень сильно почему-то жрут комары. Не понимаю почему, но... Ничего. Погнали. Знаете, что я думаю? На всякий случай, если что-то вдруг пойдет не так, я буду в конце каждого этажа оставлять по камере. И будем смотреть, что происходит. Так, чтобы... Было понятно, что происходит. Ну, смотрите, вот лифты. Ну, это основной вход был как раз. Вот, остались, кстати. Эти у нас старые телефончики, помните, были такие. Да, ну все разрушают, блин. Тут очень много детей живет. И это все, конечно, скоро окончательно разрушится. Это печально, конечно. Это, видимо, проходная была с охраной, со всеми делами. Старые куртки. Да. Кровать осталась, все покрылось плесенью. Очень жестко. Домашняя аптечка. Да, но, к сожалению, комары даже сюда залетают. Комары, блин, я очень удивлен, что... Столько комаров здесь. Неожиданно. Что здесь написано? Так, лифт. Грузоподъемностью 320 килограмм. 4 человека. Так. Так, вызов. Кабины производится нажатием кнопки, расположенной на каждом этаже у входа в лифт. Кнопку не отпускать, пока не загорится над кнопкой. Световой сигнал занято. Так, 320 килограмм, понятно. Давайте поярче свет сделаем. Вот так, наверное. Стекло кто-то. Я так понял, металлоискателей этих очень дохрена стало. Они просто везде суются, и меня это, честно говоря, очень бесит. Когда они разоряют очень крутые здания. Это ужасно.
будто что-то тикает. О! Все сгнило. И такое чувство, будто вот-вот провалится. Смотрите, теннисная ракетка осталась. Охренеть. Все очень хорошо зашумело. Это у нас бар был, насколько я помню. Даже вывески все смахнули. Да. Бар. Бар с барной стойкой. Люди могли прийти выпить сюда. Короче, кайфово было. Да, но сейчас вот так, к сожалению. Ширма такая. Старая-старая. Я, честно скажу, блять, ёб твою мать. Сука, летучие мыши появились. Сука, ненавижу. Гнида ты. Давай, уходи. Где ты, скотина? Здесь все пусто. Слава богу, она отстала. Кому ботинок? Нужен кому-то ботинок? Так. Ботинки старые остались. Кровать, кровать. Опять это кровь. Твою мать. Она всегда меня пугала, если честно. Да, это похоже было на медкабинет. Ёб твою мать! Ты чё? Что это было? Вы же слышали? Говорят, что-то я вот передумал сюда идти. Я сейчас просто пытаюсь понять, что это было. Явно звук такой, как будто что-то упало большое. И такое чувство, будто кто-то... Все это дети, блядь. Извините за мат, но я... Будем надеяться, что это просто дети. Да, кстати, как я знаю, здесь открылся пятый этаж. Мы на него не ходили. Не ходили. Поэтому мы сюда... Блять, этот стук продолжается. Поэтому мы пойдем обязательно на пятый этаж. Только вспомнить бы... Вот она. Лестницу нашли. Хорошо. Двигаемся. Двигаемся во второй этаж.
Если вам нужна обычная экскурсия. Как я и сказал, здесь очень много детей. Если вдруг стремновато, извините, если вдруг эти дети увидели, как я сюда иду, вполне себе возможно, что они могут пойти просто за мной. В принципе, я на это и надеюсь. Ну, то есть, пусть это будут они. Тогда ничего страшного в этом нет. Ну так, я вам все-таки покажу. Здесь просто пустые комнаты. Все уже давным-давно вывезли. Только туалет остался и где-то шкафчик. Давай посмотрим, что там на улице происходит. Там кто-то разговаривает. Так. А вот сейчас я слышал, что кто-то. Только что. Только что они кинули большой булыжник с крыши. Ну, либо с четвертого этажа где-то. И хотели идти на первый этаж. У меня с собой есть пистолет. Но я не знаю, сколько.
Взрослые люди были просто, скорее всего, выше. И все. Камеру я не хочу нигде ставить, потому что я просто проебу. Я не хочу потерять одну камеру, поэтому... Это у нас четвертый этаж. Четвертый этаж. Можно громче говорить, уже насрать, что они здесь ломают, все бьют. Здесь все комнаты одинаковые. Единственное, это пятый этаж. Это то место, в котором я... не ходил. Сейчас я туда отправляюсь. Все комнаты абсолютно одинаковые. Все этажи абсолютно одинаковые. Тумбочки вот остались старые. Вся проводка, конечно, уже... И вся побелка осыпалась, и проводка вся спилена. Горничная здесь сидела. Люстры остались, лампы, люстры. Я бы очень не хотел, чтобы у меня камень в голову прилетел, это точно. Вот так вот. В прошлый раз этот этаж был закрыт. Вот они гвозди.
Так, что же здесь было? В пятом этаже. Сука. Это не похоже на обычные комнаты. Хотя нет, знаете, это и есть обычные комнаты. Просто почему? Именно этот этаж был закрыт. Непонятно. Мне сказали, что это типа сталкерский этаж. Честно говоря. Никакой он не сталкерский. Но здесь почему-то заметно теплее. Они на крыше я тоже не был. Где-то здесь были люди. Сука. Заебали. Веники. Непонятное что-то происходит. Так, посмотрим другой выход. И, наверное, будем сваливать отсюда. Хотя бы освежили память, получили адреналин. И... Блядь, что-то падает. Дверь.
Я снимаю одним кадром. Ладно, друзья, я надеюсь, вы получили такой же адреналин, как и я. Если вам понравилось видео, поддержите его лайком. Не понравилось, поддержите дизлайком. Буду знать. Напишите несколько комментариев, свое мнение. Я, наверное, с вами прощаюсь. Постараюсь снимать почаще, выкладывать почаще. Наверное, все. Всем пока.